Продолжаем проходить одиночные миссии. Сейчас мы будем проходить миссию «Тяжелый металл». Танковая миссия обучательного характера. Итак, в общем-то миссия легкая. Нас будут обучать, там, починить танк, управлять личным составом и так далее. Ну, для начала мы просто должны пригнать танк на базу, потому что он непонятно почему стоит в другом месте. Красивые кустики ломаем. Так. Значит, приезжаем сюда, и вот наши голубчики пришли. Пусть заходят, не стесняются. Сами мы сядем на место водителя. Мне так удобнее. Бот будет стрелять. Тридцать пять. Починиться. Самое быстрое. Вот эта штука, кстати, не работает. Можете не пытаться. Дуло свой засунул неудобно. Так, теперь какая-то фигня. Если к водителям туда приехать, то миссия зависнет просто. Так что мы используем бота, чтобы доехать туда, а сами садимся на командира. Можем посмотреть. Реально, если вы приедете водителем сюда, то почему-то вас не посадит танк. И, в общем-то, на этом миссия будет закончена фактически. Отлично. Нет. 11, gunner, get in Abrams. 12, driver, get in Abrams. Ай, опять-то фигня. Я не понимаю, чего это зависит. Почему этот тупой командир не может мне посадить танк? Ладно. Попробуем, короче, сначала починиться. Ой. Потом уже их садить. Разрядка. Починка. Могли бы поближе поставить. Че этот куст здесь растет? Можно было бы выбрать, знаете ли. Так, теперь мы попробуем сесть на командира и посадить их. Нам пишут, что миссия завершена, но на самом деле не завершена. Обманочка. Прикажем мне ехать.
Да, это самая сложная часть миссии была, наверное. Я не помню просто. Вот мы и приехали. Да, вот сейчас мы можем сесть. Почему только сейчас мы можем сесть, а тогда мы не могли. Ну быстрее, шевелите поршнями. Они уже все сели, вы только тут начинаете. Так. Чё, нельзя? Нельзя, Рили. Давайте. Не люблю я на месте командира сидеть. Танки. Ничего нам в этой миссии не дают сделать. Так. Так. Ламентин-то я далеко. А мы тут на этом танке едем. Эх, был бы он побыстрее, ну чуть-чуть. Какого хера? Остановись. Я вообще случайно нажал. Я не вижу никакого грузовика. Я не вижу. На радаре нету. Что-то ты врёшь, походу. Так, что вы стоите-то? Говорят, что затой. Говорят, что там есть что-то. Да, там населенный пункт, возможно, и есть. Да остановись, остановись быстрее. Отлично. Наводись, там чувачок. Эх, если бы они не перебивали. BMP! Form line! All
Go to Delta Alpha 6-2. BMP is history. Пока что хорошо все. Танк. Встречает нас уже. Попал. Блин, и по мне попали. Ой-ой. Они даже не попали. Тоже попробую. Все ясно. Она, наверное, на полном ходу там ехала вниз. Вот как раз та БМПшка первая. Так, вот мы уже и на полпути. Клементину. Так. Перестанем туда смотреть. Пусть лучше они все займутся. Танк! Танк! Это танк! А черт, какой-то холм был. А, походу попали. Надеюсь, что мы. Отлично. Че, реально, ты попасть что ли не может? Капец. Вот так. Чё-то нас слишком яростно встречает. Уже три группы. Двигаемся дальше. Не зря же у нас такие
продвинутые танки. Т-80, да-да-да. Жестко. Как мы его на троих-то сделали? Медицина. Медик подъехал. Не-не-не. Keep formation, keep formation. Да, тупите, тупите, да. Потом заживет. Отлично. Я там видел. Так. Как бы так на гранатометчика не нарваться. О, мы уже на финишной прямой. Сейчас мы им покажем. Ровненько идем. Ускорились. Четвертый где-то там прохлаждается, главное, пока мы тут выдвигаемся. А вот уже и сюрпризы. Никого не видно. Это наши? Да. Попал. Нет. Так, это... Т-80. Нет, не хочет.
Замечательно. Ой. Дай бы мне водителя, нормально бы все было. Так, 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 так. Да, да, в дерево, конечно. Вот это безысходно сейчас у водителя Шилки. Потому что вот так. Итак. Итак, чё теперь-то? Ну там танки вообще тут ничего не сделать, а кто? Хочу выйти. А, ну вот и все, миссия завершена. Ламитин взят.